Всем привет! Сегодня рассмотрим очередную сортировку, которая называется быстрой сортировкой. И разберем, можно сказать, на пальцах, что такое быстрая сортировка в самом ее простом, в самой ее простой реализации. Ну и сравним результаты сортировок с другими. То есть здесь будет есть реализация четырех видов quick sort, то есть быстрая сортировка называется quick sort, и четыре различных модификации, то есть даже не четыре, вот одна реализация классическая и еще три модификации. Все это взято из книги «Алгоритмы на C++» Роберта Седжвика. Поэтому рекомендую ознакомиться с этой главой по поводу быстрой сортировки. Там гораздо больше информации и больше всяких выкладок по поводу этой сортировки. Но пока давайте для начала вводное. Алгоритм быстрой сортировки, этот, который мы рассматриваем, то есть быстрая сортировка, она используется гораздо чаще любых других алгоритмов сортировки. И первоначальный вариант быстрой сортировки был изобретен в 1960 году Чарльзом Хоуаром. Вроде бы так его зовут, Чарльз. И с той поры он исследовался многими специалистами. Быстрая сортировка популярна прежде всего потому, что ее нетрудно реализовать. Она хорошо работает на различных видах входных данных и во многих случаях требует меньше ресурсов по сравнению с другими методами сортировки. Алгоритм быстрой сортировки обладает и другими привлекательными особенностями. Он принадлежит к категории обменных сортировок, использует лишь небольшой вспомогательный стек. На упорядочивание n элементов в среднем затрачивается время, пропорциональное вот этому. N логарифм n. И имеет исключительно короткий внутренний цикл. Его недостатком является то, что он неустойчив и выполняет в худшем случае n в квадрате операций и ненадежен в том смысле, что простая ошибка в реализации может остаться незамеченной, но существенно понизить производительность на некоторых видах входных данных. Работа быстрой сортировки проста для понимания. Алгоритм был подвергнут тщательному математическому анализу и существуют точные оценки его эффективности. Этот анализ был подтвержден обширными эмпирическими экспериментами, а сам алгоритм отшлифован до такой степени, что ему отдается предпочтение в широком диапазоне практических применений сортировок. Поэтому эффективной реализации алгоритма быстрой сортировки следует уделить гораздо больше внимания, чем реализациям других алгоритмов. Аналогичные методы реализации пригодны и для других алгоритмов, но для быстрой сортировки их можно применять с полной уверенностью, поскольку точно известно их влияние на эффективность сортировки. Многие пытаются разработать способы улучшения быстрой сортировки. Ускорение алгоритмов сортировки играет роль изобретения велосипедов в компьютерных науках, а быстрая сортировка представляет собой почтенный метод, который так и хочется улучшить. Его усовершенствованные версии стали появляться в литературе практически сразу с момента опубликования его Хоаром. Предлагалось и анализировалось множество идей. Но при оценке этих улучшений легко ошибиться, поскольку данный алгоритм настолько удачно сбалансирован, что небольшое усовершенствование одной части программы может привести к резкому ухудшению работы другой ее части. И сегодня мы рассмотрим базовый алгоритм. Ну и здесь будут приведены и
выложены на GitHub. Там уже и так лежат вон сортировка шелла, бульбашковая сортировка, ну, пузырьковая, сортировка вставками, сортировка выборкой. И будут лежать 4 версии быстрой сортировки. Ну, по поводу базового алгоритма. Где у нас базовый алгоритм? Вот он, QuickSort. Как мы видим, здесь рекурсивные вызовы самой себя. Базовый алгоритм работает, ну вообще, быстрая сортировка функционирует по принципу «разделяй и властвуй». Она разбивает сортируемый массив на две части, а затем сортирует эти части независимо друг от друга. Точное положение точки разбиения зависит от первоначального порядка элементов во входных данных. Суть метода заключается в процессе разбиения, который переупорядочивает массив таким образом, что выполняется следующее условие. Ну, к этим условиям мы сейчас подойдем. Какие? Так, ну и давайте разберем. Разберем на пальцах эту быструю сортировку. Ну, базовый алгоритм в самом простом понимании. Итак, вот базовый алгоритм. На входе есть некий массив A0 и AN. И некий опорный элемент, по которому будет производиться разделение. Итак, суть алгоритма. Первое. Вводятся такие понятия I и J, или left и right. Это левая и правая границы сортируемых данных. В начале алгоритма они указывают, соответственно, на левый и правый конец последовательности. Будем двигать I с шагом 1 в один элемент по направлению к концу массива, пока не будет найден элемент, который удовлетворяет вот такому условию. То есть AIT больше P. P это опорный элемент. Что это за опорный элемент, вы увидите дальше. Затем аналогичным образом начинает сдвигаться J от конца массива к началу, пока не будет найден элемент AJ меньше P. Дальше. Если I меньше J, меняем AJ, A, I и A, J местами. И продолжаем двигать I и J по тем же правилам. Повторяем шаг 3, пока I меньше равно J. Ну, в базовой реализации это все вы можете продебажиться или пройти, вот используя вот эту просто QuickSort. Да. Здесь есть partition. Вот это partition как раз и занимается вот этим разделением. Вот здесь как раз и есть эти условия. Сначала мы увеличиваем I, потом мы сдвигаем J. Потом делаем проверки, если все нормально, меняем элементы местами. Ну, в режиме дебага можно попробовать. Но сейчас, как я говорил, на пальчиках разберем. Итак, вот у нас есть некий массив, да, вот такой. И в самой классической базовой реализации у нас опорным элементом выберется самый правый. То есть это 15. 15 это как раз вот это наше P. Итак, что у нас на старте? У нас есть I, которое равно 0. И есть J, которое равно 9. Вроде бы 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 элементов, да, 9-й. Индекс 9. Итак, что мы делаем дальше? Ну, начинаем двигать по этому алгоритму слева. Идем слева. Итак, семерочка больше, давайте вот так вот, 7 больше 15. Нет, не больше. Идем дальше. Восьмерка больше 15, нет, не больше. И так далее. Идем до тех пор, пока не встретим тот элемент, который больше 15. Ну, если посмотреть, вот, у нас сдвиг идет. Мы идем до тех пор, пока элементы будут меньше. Ну, короче, вот здесь можете это разобрать. Так вот, дошли мы до элемента с вот такими значениями. 19. 19 больше 15? Да. Если больше, запоминаем наши I. И в данном случае 0, 1, 2, 3 будет. I равно 3.
После чего вот здесь начинаем идти справа. Справа, 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 ну, 15. Так, где двигаем, пока не будет найден, который меньше. Так, 15 меньше 15? Нет. 6. Вот, 6. Меньше 15? Меньше. Значит, что мы делаем? Идет равно 8, индекс 8. Теперь смотрите. Теперь вот у нас есть два индекса. И идет 3 и 8. Судя по вот этому алгоритму, если и меньше йод, меняем а и а йод местами. Значит, после этого давайте и меньше йод, да, меньше. Значит, swap, короче, меняем местами. И в результате у нас получится следующий массив. Так, это сюда мы ставим 6, а вместо шестерки 19. Есть. У нас и было 3, а йод было 8. Соответственно, судя по алгоритму, мы поменяли и продолжаем двигаться по тем же правилам. Продолжаем двигаться. Что у нас идет дальше? Вот шестерочка. Так, так. Дальше вот 23. 23 меньше 15. Ой, точнее, больше 15. Мы слева идем. Да, больше. Значит, и равно 4. Теперь, когда нашли этот элемент, начинаем двигаться справа. Справа мы закончили вот на этом индексе. Двойка меньше 15. Вот так вот давайте. 2 меньше 15. Меньше, значит, йод равно, это получается 7. И меньше йод. Меньше, значит, давайте вот так вот. Значит, меняем местами. И меняем местами индекс 0, 1, 2, 3, да, это 23 с двойкой. В результате обмена у нас получается вот такой массив. Тут двойка, а тут 23. Дальше. Ну, мы идем до тех пор, пока и меньше йод. Сейчас у нас и равно 4, йод 7. Идем дальше. Двойка меньше 15. Ой, точнее, больше 15. Нет. Ну, вот по этому алгоритму, да? Нет. 0 больше 15. Нет. 14 больше 15. Нет. И в результате мы доходим до того момента, когда и становится больше или равно йод. На этом этапе мы выходим. Соответственно, мы получили теперь два массива. Первый массив. Вот. Второй массив. Нет. Так. Как оно вернет нам и. Ага, и вот, короче. В результате мы получили два массива. Это назовем left, а это right, правый массив. Вот. Которые сортируются по такому же принципу, что и только что. Если мы посмотрим на классическую реализацию, вот, то есть произошло разделение, вот partition, на два массива. Теперь сортируется левый массив и правый массив. То есть функция рекурсивно вызывает себя же. Там у нас опять происходит разделение массива и опять сортируется левая и правая часть. Вот это я уже вот так вот пробегать не буду, потому что, я думаю, идея вам понятна. И суть быстрой сортировки. То есть это все у нас останется вот здесь, и все будет на GitHub. Итак, какие же есть улучшения? Это я вкратце, я разбирать их не буду. Вот именно вот так вот по шагам, вот эти улучшенные алгоритмы. Но первое улучшение. Первое улучшение связано с тем, что, ну вот если мы посмотрим, здесь нет рекурсивных вызовов. Здесь есть просто разделение массивов и помещение этих подмассивов в стек.
в стек. И дальше эти подмассивы будут постоянно как бы отсортировываться. То есть в чем фишка? Каждый раз, когда нужно, первая сортировка у нас это рекурсивные вызовы самой себя. Теперь первое улучшение. Для быстрой сортировки можно применить явный стек магазинного типа. Вот этот явный стек, вот он здесь описан. Вот. Класс такой шаблонный. И здесь явный стек описан, который мы заталкиваем под массивы. В данном случае, когда разделяем, мы заталкиваем всякие наши подмассивы. Так, где тут push 2? Push 2, вот здесь есть реализация. То есть каждый раз, когда нужно обработать подмассив, он выталкивается из стека. Вот, push. При разбиении массива получаются два необработанных подмассива, и они помещаются в стек. То есть в рекурсивной реализации эти все данные хранились в стеке системы. Здесь же стек системы не используется. Для случайно упорядоченных массивов максимальный размер стека пропорционален log n. Но в вырожденных случаях стек может вырасти до размера пропорционального n. Ведь наихудший случай это когда входные данные уже отсортированы. Потенциальная возможность роста стека до размера пропорционального размеру входных данных представляет собой не очевидную, но вполне реальную проблему для рекурсивной реализации быстрой сортировки. Стек, пусть и неявно, используется всегда, и вырожденные массивы или данные большого размера могут стать причиной аварийного завершения программы из-за нехватки памяти. То есть это касается вот рекурсивной реализации. Соответственно, есть вариант нерекурсивной реализации. Дальше. Более подробно вы в книге Роберта Седжвика это все можете прочитать. А можете и не прочитывать, так для себя пометить, вспомнить, что такое быстрая сортировка. Итак, следующий вид улучшения. Вот так вот он выглядит. То есть этот вид усовершенствования является использование центрального элемента, который с большей вероятностью делит файл близко к середине. Есть несколько возможностей сделать это, реализовать, но это уже реализовано. То есть здесь фишка в том, что выбирается какой-то центральный элемент, и который с большой вероятностью делит файл пополам. Этот вид сортировки называется разбиение по медиане трех. И этот метод медианы из трех повышает эффективность сортировки тремя способами. Во-первых, он существенно снижает вероятность появления наихудшего случая при сортировке любого реального файла. Чтобы сортировка выполнялась за время порядка n в квадрате, два из трех выбранных элементов должны быть наибольшими или наименьшими элементами в массиве данных. И это событие должно постоянно повторяться для большинства разбиений. Во-вторых, этот метод устраняет необходимость в сигнальном элементе, так как эту функцию берет на себя один из трех элементов, проверенных перед разбиением. И в-третьих, он уменьшает общее среднее время выполнения алгоритма примерно на 5%, что для огромных данных существенное ускорение. И последний вид усовершенствования, то есть по этой сортировке по быстрой у Роберта Седжвика на самом деле здесь не одна страничка, поэтому советую пойти и ознакомиться. Этот вид сортировки работает, он называется быстрая сортировка с трехчастотным разбиением.
Так вот, есть такие проблемы, когда сортируются входные данные, в котором большое количество повторяющихся ключей. И это довольно частая ситуация. Например, может потребоваться сортировка больших данных с персональными данными по году рождения или даже сортировка для разделения персонала на женщин и мужчин. Соответственно, женщина или мужчина, да, а данных много. И вот повторяющиеся ключи. Рассмотренные сортировки до этого не снижают производительности до неприемлемо низкого уровня для таких данных. Но все же, если у нас есть такие данные, и мы знаем, что такие данные есть, то эту сортировку можно улучшить. Этот вид сортировки был предложен в 1993 году Бентли и Макилроем. Так вот, этот вид сортировки называется быстрая сортировка, как я уже сказал, с трехчастотным разбиением. И вот как она выглядит. Реализация довольно-таки, можно сказать, непростая. Но тем не менее, ну я тесты на данные с повторяющимися ключами не делал. Хотя можно будет сделать. Давайте сначала запустим первый тест. И в данном случае мы протестируем все виды сортировок, которые мы уже рассматривали. Это пузырьковая, это вставками, это сортировка шелла, это еще какая-то там сортировка. Сейчас все будет написано. Будем сортировать 50 тысяч элементов. А в первом тесте у нас тестируются данные, которые в обратном порядке. То есть вот от 50 тысяч и до нуля. То есть в порядке уменьшения. Итак, давайте я запущу. Так, идет тест. Я пока поставлю на паузу и отсортирует, продолжим. Итак, вот результаты. Результаты. Сортировка пузырьком 28 секунд. Сортировка вставками 15 секунд. Сортировка выборкой 9 секунд. Сортировка шелла 0 секунд. Сортировка быстрая, модификация первая 3 секунды. Вторая 3 секунды. Третья 0 секунд, ну 3 миллисекунды, а у шелла 8 миллисекунд. И четвертая тоже 3 секунды, 3200 миллисекунд. Это данные, которые у нас в порядке убывания были. Теперь можно запустить тест для данных. Ну, шелла очень неплохо справилась, да, сортировка шелла. Давайте я, наверное, не буду запускать. Я запущу тест третий. А в тесте третьем у нас случайно, то есть массив со случайно перемешанными данными. То есть вот как я это перемешивал, где тут тест 3. Вот, заполнял массив, а дальше применял алгоритм из стандартной библиотеки Shuffle, который перемешивал случайным образом все элементы.